Сегодня мы с вами готовим дальневосточные пирожки с брусникой и пряностями. Для них мы берем зеленые яблоки, добавляем немного сахара и слегка обжариваем до золотистого цвета. Далее мы берем ягоду, добавляем наш дальневосточный мед, который собирается в Приморском крае, в Хасанском районе. Кукурузный крахмал, он не так сильно будет чувствоваться в вашей начинке. И минутки 2-3 нужно нам прокипятить, чтобы крахмал связал продукт. Для наших пирожков мы готовим дрожжевое тесто. Далее его нужно убрать на 2 часа в теплое место, чтобы оно разошлось и стало пышным. Мы сформировали наши шарики, нам нужно их раскатать скалкой. Хорошенечко прощипываем. Дальневосточные пирожки с брусникой и пряностями готовы. Они очень похожи на морского трепанга.